В воскресенье рано утром в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Сака произошел пожар. Дым шел из окна на третьем этаже. На полную ликвидацию пожара ушло чуть более получаса. На месте спасатели выяснили, что в комнате горела постель. Возможно, хозяин курил в кровати. Спасатели обнаружили его мертвым на полу в комнате. 74-летний мужчина проживал один. Он болел и уже долгое время не выходил из дома. Пожары приехали ко мне лично. Пожарная часть тушить начали. Ко мне позвонили. Он действительно, мы пришли, все, сгорел труп. Взяли за подъяльник, там очень много не прогорело, конечно. Взяли это, подъяльник вот с ним, вот с соседом. Ну, вытащили, вот так вот примерно все произошло.